Вот стоит зарядка от нашего телефона N8. Тут Саня у нас, там Ян. Ну, сейчас мы пока отдыхаем, там пацаны переодеваются. Янечек тут. Уже одел. Переоделся. Я тоже он кеды напялил, берцы снял, берцы, он стоят все эти мои. Грязные. Грязные. Чё, Рёмнер? Чё? Да. Пошёл нахуй. Начни мне, нахуй. Дело было вечером, делать было нечего. Идем мы, значит, вот так вот по боку горы и туда уходим в лес. Там есть классный ручей. Пушонку мы не брали, а мы взяли такого уху. А, да. Мы будем делать только уху. Мы взяли полностью принадлежности для ухи, ну, кроме риса. Да. Взяли картошку, лук, консервы в банках, соль. Вермишель, соль, да. Кастрюлю. Воды мы наберем прямо из родника. То есть уха у нас получится на родниковой воде. Не знаю, что-то в этом есть, наверное. Ну и вот. Сейчас мы, в общем, шагаем туда. Потом, наверное, туда, может, сходим. Там тоже к Лене спустимся. Тут лэпы деревянные, самостроящиеся. Там лесорубы у нас. Эдьвол сказал нам, что он там, где лэпы, линии электропередач. Бля, кто не знает, да. Там медведь ходит. Ну, небольшой, но ходит. Поэтому... Надеюсь, не наткнемся. От медведя прессовый баллончик вряд ли поможет. Но надеется, он что-то... Но если напсыкать на себя, то он подумает, что мы дебилы и не станет нас есть. Да. Вот. Тем более от нас будет понять. Да. Зачем он ему жрать? Ну хотя сейчас ему подперчим ему ужин. Ну, да. Но вдруг он любит с перчиком. Мы сейчас подперчим. Все. Он кушает нас. Ладно, в общем. Ноки мы полностью зарядили. Сейчас идем к роднику. Там и увидимся. По такой дороге мы шагаем. Справа лес. Слева лес. Реймер пошел поссать. Ян переодевается, потому что ему жарко в мастерке. И вот такая вот у нас дорога до родника. Комарья тут летает. Ну, напшикались. По три вида. Гардекс, потом москитол, раптор. А вот Ян еще мазался этим, торнадо. А, да, Амта еще тоже пшикал своими. Мы тоже все знали, что три баллона все на руки пшикал сюда на лицо все пшикал, а эти ничего не помогает. Они все равно летают возле лица, бесят. А москитку одевать неохота, так как гендер. Мы что-то нашли. Походу. Давай походу факел. Да, походу. Он да, натуре, он пропитанный. Ну-ка жгите, ну, как для нас лежит. Топливо. Это пропитка, но я же чувствую, что она пахнет пропиткой какой-то, топливом. Давай, да? Ну давай. Так, ну немножко, немножко, сдать, посмотри, горит, не горит. А как тушить будем? Как? Страшно тушить будем. Все, Саня, хватит лить, ты чугунь. Все, хорошо. Все. Проезжать будут, нас зарежут. Саня, да ты куда льешь пол бутылки? Людям надо же, они тут работают в лэпов. Тихо, тихо, тихо. Ну, давай. Ох ты какой! Ебать, она вспыхнула. И все, и вот так вот. Ночью, прикиньте, как оно светит. По пещерам, но шагаешь. На палку намотано. Нарвы, затушить или что? Давай затушим, пока мы не получили люлей по своей пятой точке. Ух, Саня. Ну, в лужу помакаю, да и все. И потом она больше не загорится. Но пускай они думают, что дождь прошел. Впервые нам что-то попалось. Идем. Сосна какая. Офигенно. Белая, точнее, елка. Так, пацаны, налево или направо? Не знаю, она налево и направо. Ну пойдемте по левому. Пойдемте прямо. Пойдемте, я вжираю. Ай, бля. Точно чихнул, значит, надо лайкать. Да, лайк или пост по любасу. Чистота! Чисто все натурально. Воздух. А в городе все спрело. Поэтому мы уехали. А Серега с Димасом не уехали. Итак, мы в поисках ручья наткнулись на пролежающую лэп. И поэтому вы посмотрите, сколько вырубили, чтобы проложить эти башни с электричеством. Просто по размерам, я не знаю, тут 30 метров полоса. Ну, это как бы по ширине. А в длину, ну, я не знаю, ну, тут просто километры целые по горам. Даже, ну да, 50 метров, что-то это. И вот смотри, как красиво. Они хоть и вырубили. Но еще как бы не все, конечно. Ну, красиво. Конечно, красиво такую это.
И все это делают люди. Вот там еще, конечно, не дорубили чутка. И чистят эти лэпы. Ну, чтоб не зарастали. Ну. Деревья будут расти. И в ваших любимых городах не будет электричества. Здесь оно, в принципе, не нужно. Ну да. Ау. Офигенно. Ну мы все еще в поисках ручья. Ну сейчас пойдем. Сейчас мы пойдем направо, на туда, направо. Да. И там будет ручей. Потому что там, он там быть должен там, по-любому. Всего, нету. Прямо нам очень известно, что мы пойдем направо. Да. Ну вот, мы пошли. Как вы понимаете, мы нашли ручей. Да, мы уже дошли до него. Дорога была. Вот там вот мы пролазили. Всякие дебри. Кстати, мы не пошли в тот лес, потому что нашли там след медведя. Примерно, да. Медведь небольшой был, примерно вот этот камень. Ну такой след. Его. Там лапа была, 4 пальца, когти было видно. То есть, ну это медведь точно был. Там на грязи был след. Ну, мы, да, короче... то есть на грязи, которая, как они называются, экскаваторы, бульдозеры, вот. Поездили, там был след его. Мы, да, так очканули, думаю, ну нахуй, да, они пошли. В итоге мы уже хотели идти обратно. Ну там пошли сюда, я вам сказал, типа здесь по-любому что-то есть, у него какая-то чуйка, говорит, у меня тут что-то есть, что-то вижу, говорит. Ну и шли-шли вам по тем кустам, бродили вообще просто, потерялись. О, в итоге услышали воду и пошли на воду, на запах. Как ищейки. Чисто вот таежный ручей. Вот это вот дерево освещающее над ним. Водичка это. Вот он. Он тоже небольшой водопадик. Вот такой ручеек. Скорее всего, он потом перетекает в Вельму или в Ульву. Не помню, как она называется. Уретра. Вот туда. Далеко-далеко туда, за мост. Да, но очканули мы не слабо. Когда увидели этот след медвежий. Он небольшой, и мы еще подумали, то, что это, возможно, ни хрена не медведь, а медвежонок. А медвежонок это еще хуже, потому что где медвежата, там и мать. А мать за медвежат порвет. Ну там только водопадик неплохой, побольше приблизить. Держи телефон крепче. Так, ну и теперь помчу я. Где наш реймер? Мы что, реймера потеряли? А у нас руки завязывают. Санчо! Иди сюда к нам. Потеряли. По ручью иди. А то надо друга потерять. Два пальца. Знаешь, у меня камера такая, не с ручкой, как фотоаппарат. Так бы вообще не боялся. Чисто таежная красота. Так, если я микрофон зажал, то это плохо. Что, Санчоу догнал? О, отлично. Выглядишь как смерть, ей-богу. Водичка просто кристальная. Серьезно, мы себе набрали несколько бутылок. Больше набирать не стали. По двум причинам. Бутылок у нас нет. Да и нести с собой что-то не в кайф. Пойдемте, короче. Сейчас дальше мы пойдем на эту. На Лену туда, наверное. Ну или да. Или просто вниз по ручью. Пошли вниз по ручью. Пойдем вниз по ручью, но прогуляемся. Мы вниз по ручью пойдем сейчас. Как раз выйдем, скорее всего, к Вульве. Ну или Бульми. На болото. Бульми. Ну, Гульми. Вельми. Сейчас пойдем, наверное, вниз по этому. По ручью. И громко шуметь не будем. Да, ну все. Повторюсь, жить-то надеюсь, хочется. У нас мясо живут. I'll be back. Та-дам!